Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Пара павлинов и весной. Имао Кейнен. 1901 год. Шелк, краски, вертикальный свиток 168 на 85. Величавую царственную птицу, изумляющую и поражающую воображение декоративностью, сверкающего и переливающего оперения, особенно часто стали изображать в Китае. В позднее Средневековье. В Японии в 19 столетии панно с нарядными павлинами украшали приемные залы императорских дворцов, придавая особую пышность атмосфере торжественных церемоний. Мода на восток, захватившая Европу, не обошла вниманием и эту птицу. Так Джеймс Уистлер оформил роскошную зелено-золотую павлинью комнату, источником вдохновения, для которого могли стать японские образцы. Автором данного свитка является Имао Кейнен, один из известных мастеров своего времени, член Императорской академии искусств. Альбомы с его реалистическими изображениями птиц издавались в Европе. Написанные в жанре «Цветы и птицы», свиток не только предназначен быть украшением парадных покоев, вызывая восхищение искусностью исполнения, но и традиционно является благопожелание. Кроме пары птиц, символизирующих счастье в супружестве, художник включил в композицию пионы. Это знак расцвета и богатства. Вот такое описание нашел в интернете из книги «Великие музеи мира» к работе Имао Кейнена «Пара павлинов весной», 1901 год. Пока-пока, до свидания.